Всем привет! Вот пока делали вибролапу, огород снова зарос травой. И теперь возникла такая проблема. Забиваются колеса. Для ножа проблемы нету. Нож идет хорошо, режет эту траву. А вот колеса забиваются. И приходится останавливаться, чтобы их чистить. Вот. Сейчас, наверное, мы эту траву покосим триммером. Зарядим лесочку. И пройдемся. Вот так будет правильно. Настраиваем мотоблок и вперед. Выкопали рядок. Ну, впечатление двуякое. С одной стороны, вроде бы копает неплохо. Чисто, глубоко. Не режет картошку. А с другой стороны, сильно трясет. Обороты большие и ужасно. Разбрасывает картошку. И сильно на руки тряска большая. Надо уменьшать обороты с помощью шкивов. Это однозначно. Ну, пока. Будем что-то думать. Да, еще хочу спросить. Во всех такая проблема или только у меня? Что-то никогда я не слышал, чтобы кто-то жаловался. Все только хвалят. Может, мы сделали что-то не так? Напишите в комментариях. До свидания.